Почему ты тревожишься ночью? Почему ты тревожишься днем? Потому что предчувствуешь сердцем. Мы в последнее время живем. Все безжалостнее к людям стихии. Меньше слов о небесном отце. Неужели газеты и фильмы правду нам говорят о конце? Не бойся, Бог держит этот мир в руке своей. Не бойся, благодари, что жив среди людей. Но нет на свете большей катастрофы.